Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы с вами вместе сделаем распаковку второго заказа из первого каталога компании Oriflame. Второй заказ я отправила, еще даже не получив первый, поэтому так все сумбурно происходит из-за праздников, но тем не менее заказ на 132 балла, и я не стала терпеть и ждать, когда еще что-то поднаберется, потому что в заказе есть продукты, которые могут закончиться, и, например, это спецпредложение серии Королевский бархат. Вот здесь как раз у меня гель-тоник Королевский бархат. Я выложила в Instagram в сторис картинку, что несколько дней идет распродажа на некоторые продукты, и мне сразу поступил заказ. Естественно, вот мы заказали гель-тоник Королевский бархат, он подходит больше для обладательниц нормальной кожи, склонной к сухости, но в принципе это очень приятный продукт, то есть его мы используем, нанеся на ватный диск, протираем лицо после этапа очищения кожи. Я люблю серию Королевский бархат, поэтому ее всем с удовольствием рекомендую. Далее в заказе два гиганта, два геля для душа, которые у нас сейчас идут по акции, по 400 миллилитров, такие огромные увесистые гели. Если вы видите на видео, какие они густые, то есть я их вот так передвигаю, и очень медленно перекатывается жидкость, они концентрированы, у них маленький расход, хватит такого геля надолго, и один Камчатка, второй пляжик Калифорния, оба мне нравятся, ну, больше мне нравятся экзотические такие вот фрукты, запахи, поэтому, конечно, пляжик Калифорния я бы вот себе бы предпочла, но очень многие любят именно вот гель Камчатка, почему-то от него все в таком восторге. Так, вот сюда мы их поставим для равновесия. Так, далее заказала из каталога, по-моему, это из каталога Выгода Плюс. Все, кто участники премьер-клуба, вы знаете, да, какие продукты где есть. Я путаюсь, потому что у нас так много предложений разных. Единственное, что я помню, это пена для бритья всего 159 рублей. Мне кажется, это фантастическая цена. Я недавно заходила в магазин, как он называется, Рубльбум, просто посмотреть цены, чтобы ориентироваться, насколько у нас выгоднее. Пена, которую я нашла, самая дешевая, 300 рублей. У нас 159, при том, что у меня Михаил, когда брился, он использовал эту пену, он сказал, это лучшая пена, которую я пробовал в своей жизни. Она такая плотная, густая, с приятным ароматом. Кстати, девчонки, нам тоже можно ей пользоваться. Я пробовала, работает, отлично работает. Так, мне заказали аромат Амбер Эликсир. Это парфюмерная вода с высокой концентрацией стойкости. Популярный этот аромат больше вот в холодное время года, осень, зима, начало весны, потому что этот аромат такой теплый, согревающий и очень приятный. Некоторые даже говорят, что это вечерний аромат. Опять же, у нас у всех разное восприятие. Для кого-то один и тот же аромат будет на день, для другого это вечерний, для кого-то вообще неприемлемый. Это нормально, поэтому да, все хорошо. Так, это я себе заказала сыворотку Novage коллаген, потому что у меня сыворотки очень быстро заканчиваются. А я уже привыкла, что моя кожа получает все самое лучшее. Сыворотка, потом крем. Если дневной крем, то либо сыворотка под него, либо крем с бустером. То есть я всегда даю своей коже все самое-самое лучшее, чтобы она у меня как можно дольше сохранила упругий, красивый вид. Вот, для меня это очень важно, надеюсь, для вас тоже. Кстати, со спецпредложения из серии Hair X я заказала 2 CC крема. Это многофункциональный крем, он флакон с распылителем, то есть его не надо взбивать, потому что внутри густой крем, но когда мы нажимаем, то из специального отверстия под давлением вылетает крем, он как бы капельками такими осаживается на ладошке, потом мы его на ладошках растираем и переносим на волосы. Снимает статику, улучшает качество волос, волосы становятся блестящие, послушные, хорошо расчесываются, приятно пахнут. Там 10 у CC крема, 10 плюсов, я все не помню, но просто мне он очень нравится и давно их не видела в продаже,
Поэтому один для нас, один для клиентки, потому что она сказала, как только появится, закажи мне такой. Я говорю, хорошо. Так, далее заказали наборчик для рук и для губ из серии Love Nature с медом и миндалем. Это защитная серия. Кстати, кто у вас спрашивает, а есть ли у вас защитный крем для лица на зиму? Пожалуйста, вот медово-миндальный крем, он защитит, в данном случае для рук, защищает кожу рук. Очень питательный, приятный крем, не оставляет липкого такого вот следа, то есть хорошо впитывается, в то же время он такой густой, насыщенный. И бальзам для губ тоже питает, ухаживает за нашими губами, абсолютно бесцветный, и у него легкий аромат, не сильный. Хотелось бы даже, вот как я люблю, чтобы более был какой-то такой аромат, прям чтобы прям хотелось губы облизать. Из вкладыша мне заказали пудру Giordani Gold. Обратите внимание, в каталоге есть небольшой вкладыш, и тут все такое, казалось бы, да, вроде бы можно даже пропустить, но здесь такие отличные предложения, хорошие цены, и пудра всего 499 рублей. Тоже заказала клиентка. Далее, вы знаете, как приятно, что у нас есть такая программа, когда нам некоторые продукты резервируют. В прошлом каталоге у нас была акция, когда при покупке с определенных страниц продуктов мы могли заказать тушь 5 в одном всего за 199 рублей. И когда тушь закончилась на складе, мне 4 туши зарезервировали и вложили в заказ. Только как только она появилась на складе, мне ее прислали по той же скидке, которая была в предыдущем каталоге. Но такая акция действует не всегда, не на все продукты, а вот настроена программа на определенные продукты. Я очень рада, что с такой огромной скидкой получила любимую тушь. Конечно же, здесь целых 4 крема, это под заказ, с ароматом персика. Кто уже попробовал этот крем, я думаю, вы в него влюбились. Я себе сразу заказала и уже при распаковке открыла свой тюбик и начала им пользоваться. Аромат вот, ну вот превзошел все ожидания. Я очень люблю фруктовые ароматы, аромат персика обожаю, и он так вкусно раскрывается на ручках, то есть такие ручки хочется, мне кажется, целовать. Вот, ухоженные, мягенькие и вкусно пахнущие. Под заказ 2 кусочка мыла. А у нас тоже в этом каталоге хорошие предложения на мыла, то есть разные есть варианты с разными ценами. И вот заказали одно мыло, у нас было в новогоднем наборе, и одно мыло ладошки, оно тоже с ароматом персика. Мы сейчас как раз таки мылом пользуемся. Вы знаете, я уже столько лет пользуюсь мылом Oriflame, что я забыла, какие бывают другие по качеству мыла. И тут мне подарили кусок мыла, по-моему, сказали, что он даже из Израиля привезен, этот кусочек. Я его распаковала, положила на кухне. Хочу даже записать сторис, показать разницу между нашими и другими мылами. Что с ним происходит? Он просто разбухает, хотя воды нет, трескается, то есть кусок стал какой-то такой большой, бесформенный, в нем трещина, и когда начинаешь мылиться, то просто огромное количество мыла с него куском прям сходит, и его долго-долго смываешь. Мне настолько не понравилось. И я еще раз хочу сказать, что Oriflame очень качественная продукция, она и в использовании приятна, и по ценам очень доступна. Я всегда хожу, сравниваю цены в магазине и цены в каталоге. И если кто-то мне скажет, что в Oriflame дорого, ребят, неправда. Конечно, дорого, если без скидок. Например, мы открываем, смотрим, зубная паста, стоимость 225 рублей. Дорого? Да, я считаю, дорого. А 119 рублей? Нет, недорого. А если скидка еще консультанта 20%? Меньше 100 рублей тюбик пасты, это нормальная цена, очень даже хорошая. Поэтому у меня в заказе 1, 2, 3, 4, 5, 6, и я думала, что в первый заказ я тоже заказала много зубной пасты, оказалось, что я каким-то образом ее пропустила, поэтому следующий заказ я тоже включу несколько тюбиков пасты. Она у меня разлетается как горячие пирожки. Во-первых, мы сами только ей пользуемся,
примерно на одного человека в тюбиках хватает, мне кажется, на 1,5-2 месяца. Если у вас семья 2-3 человека, то тюбика на месяц трудом хватит, да, то есть на каталог одну зубную пасту. И все друзья, кто пробовал нашу зубную пасту, я всем ее рекомендую, говорю, купи, попробуй, потом будешь все время просить, все время просят. И перед Новым годом от моей коробки с пастами и с мылами ничего не осталось. Так, что еще мне заказали, похвастаюсь. Звонит подружка, давно не общались, и говорит, слушай, мне тут мама попросила срочно помаду заказать. Я говорю, ну приходи, выберем. Прибежала, полистали каталог, той помады, которую она хотела, не оказалось. Сейчас по акции, она без акции стоит около 700 рублей, это конечно дорого. Мы выбрали с ней два оттенка из серии On Color. Прекрасная помада, всего 129 рублей цена каталога, чудесные оттенки, чудесное качество. Я сама пользуюсь такой помадой и хочу сказать, что просто супер, и цена, и качество, и даже дизайн, в общем-то он простой, но привлекательный. Черные и красные всегда выигрышные такие оттенки. И еще выбрали одну помаду с эффектом металлик из серии Giordani Gold. У меня уже заказывали такую помаду, она классная. Кстати, если сравнивать с предыдущей коллекцией, которая была в прошлом или в позапрошлом году, тоже с эффектом металлик, серия Giordani Gold, та была совсем другая по качеству. Она какая-то более плотная, трудно наносимая. Эта же скользит легонькая, такая красивая. А она выбрала такой вот золотистый оттенок, самый светлый, вы его можете посмотреть в каталоге. В самом конце каталога сейчас по акции идут эти помады, поэтому знаете, да, что смотреть, что выбирать. Заказали еще тушь для ресниц, сейчас на туши тоже хорошая акция идет, несколько вариантов туши с разными кисточками под разные варианты ресниц и с хорошими скидками. Вот эта тушь с необычной кисточкой, которая делает распахнутые глаза, у нее акцент идет на внешние реснички, такая у нее форма расходит, всего 199 рублей. И заказали пемзу для ног, хорошая, кстати, большая, двухсторонняя, и у нее есть специальное отверстие, в него продета веревочка, можно будет ее повесить, чтобы она просыхала, вентилировалась, то есть не было в ней застоев каких-то. И на десерт пробник в подарок. Кстати, когда вы пользуетесь какими-то спецпредложениями, вот например я брала с премьер выгода плюс, то на каждые 10 баллов вкладывают какой-то подарочек, за 3 рубля пробник. Я никогда не отказываюсь от подарков, даже если они стоят какие-то символические суммы, потому что я потом эти подарки раскладываю клиентам в заказы. И кстати, женщинам очень нравится, когда им остаются какие-то пробники ароматов, пробники помад, потому что можно сразу взять, попробовать разные варианты и что-то новенькое ощутить. Так, все, мы с вами посмотрели, такой вот заказ нормальненький получился, хороший. Итого у меня уже почти 450 баллов личный заказ. Работаем? Работаем. Январь — это не время, когда нужно спать, это время, когда нужно продолжать также активно работать, потому что люди не перестают мыться, не перестают хотеть хорошо выглядеть, да, они хотят еще большего, поэтому мы всегда приходим на помощь, как Чип и Дейл. Всего вам доброго, удачи, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, и если видео полезное, ставьте лайк. Пока-пока.